Во Владикавказе пройдет кинофестиваль. Молодые кинематографисты получат возможность реализовать свои проекты. Президент кинофестиваля «Кинобарс», актер и режиссер Алан Догусов сегодня провел брифинг для журналистов. Он рассказал, что главная задача – объединить авторское кино в кинобизнес. Это позволит молодым кинематографистам превращать свои идеи в большие фильмы для кинотеатрального проката. Также он рассказал, что в рамках фестивальной программы проведут мастер-классы с ведущими актерами и режиссерами. Кроме того, будут показывать фильмы из разных стран. Это будет очень интересное событие в кинематографическом мире Северного Кавказа и в России в целом, потому что сегодня он стал большого масштаба, у него там амбициозные цели и задачи. В рамках кинофестиваля будут показаны не только уникальные фильмы, но и фильмы, созданные авторами, молодежью, дебютантами, профессионалами кинематографа. Некоторые фильмы уже были заявлены в конкурсах и победителями конкурсов множества кинофестивалей высокого уровня, европейского и на мировом уровне. Поэтому мы ожидаем приезда этих кинорежиссеров, мастер-классов, как от молодых кинодеятелей, так и от профессионалов уже с большим опытом кинематографическим.